Дарить счастье детям – это так просто. Близится Новый год, проводится немало ярких, даже волшебных мероприятий. В гипермаркете «Метро» устроили настоящую зимнюю сказку. Специально для многодетных семей в рамках благотворительной акции «Дорога добрых дел» на этой площадке организовали удивительный праздник. В преддверии Нового года мы немножечко и почувствовали с вами Новый год. А семьи действительно большие, многодетные семьи вот у нас здесь. Меньше всего это трое деток, несколько семей, а так четверо, пятеро деток. То есть это наши многодетные семьи Одинцовского округа. Это те люди, на которых, я считаю, мы должны равняться, которые поддерживают традиционные семейные ценности. Это очень важно для нашей страны. Это сила нашей страны, это то, на чем мы держимся. «Дорога добрых дел» – это акция, она объединяет в себя так же самое и многодетные семьи. К нам приходят детки, мы дарим им подарки, мы устраиваем концерты, мы организуем всевозможные акции с походами, какими-то культурно-массовыми мероприятиями. В семье Грудининых трое детей. Они любят вместе играть в лото, готовить и часто собираются с гостями за обеденным столом. Ивану недавно исполнилось 7, он самый младший, но уже сейчас мечтает стать банкиром и даже инвестирует в облигации. А еще он всегда с нетерпением ждет Новый год и скорее хочет всех поздравить. Я хочу всех поздравить с Новым годом. Всем желаю счастья, здоровья, чтобы в этом году у всех были успехи и все получалось. Артисты молодежного театра «Крылья» в рамках проекта «Дети детям» специально для всех гостей подготовили поучительный, но очень добрый спектакль «Клочки по закоулочкам». Для нас это, по сути, премьера. Мы никогда не работали в таких условиях. Но вот мы дошли до того, что в огромном гипермаркете, да, развернута такая импровизированная сцена, и мы привезли большое представление. Это будет веселая анимационная программа с Дедом Морозом, с Снегурочкой, с клоунами, когда дети смогут поиграть, попрыгать, побегать вокруг елочки. И, конечно же, спектакль. Каждый участник этого праздника получил частичку тепла. Взрослые радовались, как дети, малыши радостно смеялись. Сделать сказку, в которой главные истины – это любовь и семья, былью оказалось так просто. И пусть эта сказка длится вечно, не только под Новый год. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».